Так, а потом остальное, да? Теперь я тебе тоже заберу. Да, посылай. Я можно засунуть немного сюда. Че, кто первый? Ну вперед! Сусанин! Вперед, блядь! Давай! Че? Вот, так может еще те палки загрузим? Может те палки еще загрузим? Или так, они... Ну? Что потом? Нам остаток с тобой. Все, кувалду на веревку тебе за спину. Там еще веревки надо. Рюкзачок мой взять. Возвращаться все равно придется. Так. Да хуй. Вот это, да? Опять я не выпаду. Все. Пошли. Ну это Ваня готовит, надо летом, осенью, где можно еще подъехать, так или нет? Конечно, было бы проще бы, завезли бы, развезли бы все бы, поставили. Развезли, убили. А гнезда-то можно либо сразу там запрятать где-нибудь. Да, гнезда можно ближе уже к весне на снегоходе завести. Но гнезда делать тоже осенью надо. Осенью надо, конечно. Что делать осенью? Потом только развез. Сейчас бы просто бы с рюкзачком пошли бы там, прикрутили бы. Подправили. Развез это. Или даже вот эти вот, этот, занесенные. Откопал, привязал их и сидит. Так или нет? Да. О, видишь, две вороны сидит. Надо уже. Отрегулировать будет. Сразу. Да потом они построят гнездо. В маночек подудеть и все. Все, отдохнул. Все записывается все, да? Контора пишет. Блять, какую брать-то? А ты за две-то зачем? Бери за одну. Ты? Ну. Ну вот эти поставить нам. А в том году-то уже что? Уже умнее будем. Приземлился. Как ты меня назад потянул? Я тебя. Да. Валила старое руководство. Бля, тут проходили что ли? Чё, проходишь? Да, сейчас бы просто пришли бы. Палки бы уже вбиты были, правильно. Это на месте. Да. Земля. Привязали, блядь, и все. Да. По стопарику накатили, блядь, домой. Да, че? Че, не развязывали? Кто это сказал? Это после 60. После 60 уже минус. Это было трубу брать, нахуй. Пробивать сперва маленько, мерзлоту, да?
Надо, чтобы вылет был в обе стороны. Ну и маленько от кустов, чтобы они видели, чтобы не сливалось. Ну и чё, на плечи давай залезу. Так надо. Так как? Вот так же ставить? Ну, наверное. Вот так. И как, блядь, бить-то? Пол в тебе сейчас. Что-то, что, лезет? Лезет. Да сейчас это, держать надо, нахуй, съедет. О, хорошо идет. Я тебе говорю, она пошла. Что, не видно? А я тебе что, сразу говорил, что все будет заебись. Ах ты, Ваня. Вот, ножовку надо было, блядь. Да, надо было бы. Что? Плюваешься. В прыжке попробуй. У тебя кувалда не слетает случайно. Не знаю, Костя делал. На, попробуй. А то понесешь меня отсюда. На горбушке. Да. Хули пробовать-то. Смотри, как у тебя хорошо. Так ёпта, 30 лет только, блядь. В демидовских шахтах только отхуярил. Ну ты это, по краям, не бей. Так попадать же надо. Может, вот так. О! О! Смотри-ка. Как слива в жопу. Тихо, тихо, тихо ты. Смотри. Ага. Значит, что надо? Аккуратнее. А то... Сейчас. Все пошло, видишь. Вот сука. Ну все. Ну пробуй. Проволока стянет. Да. Ну, пробуй. Но еще же мало. Еще же надо. Все, пойди, хватит. Ну давай. Это как пробное. Да. Так или нет? Сейчас, отдохни пока. Что? Ну. Давай. Тебя как-то забить-то легче получилось. Хуёво, что-то пошло. Идёт, Ваня, пошла. Пошла, пошла. Че? Ты только это, да? У меня, блядь, росту нет. Ну это, сильно только бить не надо. Это. Держи. Давай. Так-то найдет. Умоляйте. Сама Костя. Кувалда, блядь. Чурку. Надо какой-нибудь. Ну увидишь, сейчас. Тут таскать свои. А осенью. Привез. Она даже это. Лопату взял, подкопнул. А потом можно дальше видеть. Да была бы даже, сейчас бы трубу забил сантиметров 40 туда. Или швеллер железный. Ничего, не спеша бы. Повыше все будет. О! Блять, раскочил. Так она расщепится, блять, плашмя. Я маленько на 5 сантиметров подрасту, да? Да хуй там она качается. Я говорю.
Нормально пошло, все. По осени, по осени. Да. Ну, в следующий раз. А то говорит. 30-50 тут двух. Ты тихо опять раздеваешь. Да, блять, я туда что ли бью? На ту сторону. О! Вот куда надо бить-то было. Все, ты сразу не сказал. О, смотри, как масло. Ебаный ворот. Дрищ, блядь. О, все. Мерзлоту пробили. А ты не заметил, мы какие брали? Шибко острые, не? Шибко. Вот тут надо быть, да, подбивать. Смотри. Ну сюда вот один раз надо ёбнуть. Наверное. А ты держи прям эту. Пойдет. Все, ёбать. Ты вот прям отсюда вот сюда вот сделай. Вот так. А, ты вот это. Угу. Даже лучше, что эти деревяшки взяли, да? Как бы крепить к этому? Сдует. Это твой шуруповерт? Ага. Как у меня. Беспонтовый такой же, сука. Не держит, по-моему, зарядку, блядь. Не сдует, не сдует. Как-то качается подозрительно, блядь. Проверим. Не, это солнышко, вот это. А как мы узнаем пока? Вот еще по одному. Смотри, хватит. Заходи. Ну, настал тот самый момент. Первое гнездо должно встать тютелька в тютельку. Вверх. А, тютелька в тютельку. Тютелька в тютельку, блядь. Надо подогнуть их вот так вот. Ну и все, то можно ровнять. И все, сейчас прикрутить. Блять, шатается как-то оно подозрительно, да? Слушай, а если вот это загибается, проволока мягкая. Так, загнуть, скажем, и проволока еще. Не знаю. Ну так-то бы да, ну а ты что, не загнешь, наверное. Почему? Ну она же мягкая. Ну мягкая. Вот. Теперь этого держи. Ну, вот так вот пробку. Че? Да, держи. Анекдот такой слыхал? Про охотника, блядь.
Видишь, все. Надо убирай. Все ты. Все на месте. Так, ну-ка на там. В один раз или в два? Ну давай еще сюда вот. Давай, держать вот это. Ваня. Это сюда. Ничего, откусывай как-нибудь тут завяжем. Так, ну давай. Уточки уже крякают. Ну все, сюда траву, говорят, надо вот такое местное толкать. На подсилочку. Трешки надо. Трешки? Или двушки. Ну да, вот так. Фух, блядь. Ну. Водиться и спить. Это крепче. Метр делать нормально. Что-то пошло не так. Почему не так? Так, где? Вверх не встать. Сюда не будет дождь за этого. Заливаться. Я. Может, траву туда подкинуть. Может, вот провернуть. Вот так нахуй. Давай, так. Маш делает как надо, если прилетит нахуй. Ну вот, еще одно. Еще 58, нормально. Сколько? Бери 10 рысак, да? Да. Ну-ка я. Все, почти не видно. Что? Почти не видать. Ну она-то увидит. Угу.
Так, сколько времени там уже у нас? Вот, 3:30, блядь. С 8 часов до 3:45. 4 гнезда. Как раз до 4 поставил. Ну давай. А тут лед не вбить. А вот здесь уже лазит тут, блядь, покуда. Странное болото какое-то. Все. Так она бы в машине не заморалась бы, блядь. Сперва машину отмыть надо. Че, все у нас сегодня? Припасы закончились. О, блядь. Ну, с Богом. Да. Селитесь, живите. Уточки и кухточки. Все. Ничего не забыли? Мы ничего и не брали. Ладно. На сегодня все. У-у-у.